Друзья, всем привет. Вообще, я даже не понял, даже заставки нету. Игра вот это вот называется. Parking Jam 3D. Парковка. Нам надо выкатить машины с парковки. Ну, в рекламке другие машины были. Не забывайте подписаться. Поставить лайк, если видео понравится, и порекомендовать друзьям. А мы давайте посмотрим, что здесь еще может быть интересного. Ага. И долго мне подсказки будут. Ну, я скажу вам честно, я кое-чего другого от игры ждал уже. Сразу, музыки нет. Это вообще, ну, блин, игра без музыки, я не знаю. Это сейчас, в принципе, актуально для нашей жизни. Паркуется кто как может, кто как умеет и кто как хочет. Тренировка парковки. Нет, я не буду никакие видео смотреть. Ну, на данный момент ничего сложного. Да, что это? И рекламу впихнули. Зашибись. Сейчас мы отключим рекламу. Я просто тупо... О, да неужели? Да неужели открылось какое-то меню? Да. Я просто тупо отключил интернет. Все. Здесь какие-то машинки. А сколько же стоит открыть? 300. Ну, давайте. Ну, на рифму 300 не надо писать комментарии. Мы все так знаем, какие комментарии на рифму 300 будет. Тракторист вообще очень везучий человек. Ну-ка. Опа-на. А, еще надо. Не, ну это... Ну это совсем просто. Это совсем просто. Ну только 8-й уровень. Давайте будем это учитывать. Ну-ка. Ага. Стоп. А, вот сюда надо нажать. Грузовые машины. Ничего себе. Ничего себе. Прикольно с грузовыми машинами. Так, а сколько ж нам надо, чтобы еще... Да, ну вот... О, хоть что-то тут уже. 325 надо. Я уже подумал, сейчас будет трешак. Нет, ну не хватает музыки, ну честно, без музыки как-то. Это мы сколько уровней уже прошли? Да ты что? Да это что у нас? Кары. Стоп. Давайте тогда я включу интернет, посмотрю видео. Прям интересно, что будет. А в общем-то, друзья, ничего. Оно просто тупо исчезло. Охренеть. А тут шальная бабулька ходит. С какого-то перепуга она ходит по парковке. Бабулька явно ж. Что-то бабулька переприняла, походу. И она опять тут. Но никак оно угомониться не может. Все, уходи вверх. Я буду сам себе напевать. Раз музыки нету.
Фантастик. Ну. Ну, о, ну наконец-то хоть что-то. Хоть чуть-чуть извилина. Вообще не шевельнулась. Так. Ну, блин, это слишком просто. А что здесь? Челлендж. А, подожди, он вперед может выехать. Что такое? Я по времени не успел или чего? Я не знаю, чего не срослось-то, а? Но бабки я потерял, походу. Да и пофиг. Все, что могу сказать, пофиг. Опять 16 уровень. Давайте, 17-й пошлите. Что он там 17-й нам покажет? Да елки-палки. Так. И что? И что здесь сложного? Да не нужно мне это. Не буду я рекламу вашу смотреть. А-а-а. Серьезно? Да неужели? Так, о. Угу. Да вы что? А-а-а. На самом-то деле все просто оказалось. Единственное, чуть-чуть. Вот кажется, что у него уже препятствие перед ним. Но на самом деле там есть пространство, чтобы выехать. Подави эту бабку. Нечего по парковке ходить. Эпик. Как всего много, а толку никакого. Так, здесь у нас что-то тут появляется. Не буду ничего смотреть. Ага, опять типа появилось. Это что у нас? Ой, да нафиг. Это я типа домик могу построить. Не буду ничего смотреть. Так, давайте еще. Что тут еще может выскочить? Гоночные. Давайте с гоночными. Только где они гоночные увидели машины, я не знаю, конечно. О, я еще там что-то подпрошел. Ну, это я так скажу. Одноразовая залипалка, на самом-то деле. Одноразово ничего сложного. Не, ничего сложного. Пока голову я не ломаю. И боюсь, что ее себе не сломаю. Ха-ха-ха-ха. Поругайтесь, подеритесь, подеритесь, а? Ну. О, стопы. Стопы. А, подожди, ты сюда можешь спокойно пойти. Чё это я так?
все оказалось намного проще. Ну, конечно, эти непонятные геометрической формы дерева, это жестоко. А почему паркуются? А ну да, я же забыл. Кто здесь у нас, кто как хочет, так и паркуется. Ну, в принципе, как в реальной жизни. Эх, ну, честно сказать, я немного больше ожидал. Ну, ожидания не всегда совпадают с реальностью. Ну, вот такая вот игрушка. Ну, можно еще парочку миссий пройти. Собственно, ничего особо сильно не меняется тут. Ну и что, ничего. Так. А, стопы. Блин, да не в ту сторону-то. Ну-ка, а сколько у меня уже денежек? Да что-то помалу кидает. 350. Они уже однотипные становятся миссии. Вот реально. Не буду ничего смотреть. Не хочу вообще принципиально. У вас ни музыки, ничего нету, еще это. Дави бабку. Тридцать два уровня пройдено за каких-то 10 минут. Ой, да это ну что это вообще, о чем? Ну давайте еще одну откроем, посмотрим, какие там еще машины могут быть. Нам, в принципе, не так-то много и надо. Так. Денежки. А, еще не собрали. Жалко. Жалко. Так, а ты сюда не... О, да неужели... Ну хорошо. Это прошло. Ага. Не проходит. Серьезно. Так, давайте посмотрим, что у нас выскочит сейчас. Давай, 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 наяривай. Гитара семист. Ну, Петь, что это за жесть? Что это за жесть? Друзья, на этом... Ни хрена себе. Ну, ни хрена себе, бабулька. Вот такого я не ожидал. Ни хрена себе. Бабулька крутая. Ага, да. Не, ну все, все, друзья. Подписывайтесь на канал, не забывайте об этом. Рекомендуйте друзьям, заходите в плейлисты. Да. До новых встреч, не болейте. Всем пока, до новых обзоров.